Всем огромный привет. Напомню, что меня зовут Карина. У нас сегодня косметическое видео. Я долго думала, в каком формате рассказывать вам о косметике, вот находясь, так сказать, в изгнании. И решила, что я просто буду перебирать те продукты, те средства, которые я взяла с собой, и вот так постепенно, неторопливо вам о них рассказывать, делиться своими впечатлениями. Возможно, эти видео будут гораздо более глубокими и, не побоюсь этого слова, аналитическими в сравнении, там, например, с видео о покупках, или видео о новинках, или фаворитах и так далее. Потому что все-таки средств я взяла не так уж много с собой, и у меня, соответственно, нет такого прям большого ажиотажа показать вам сразу много баночек. Это будет потом, когда я вернусь, потому что все пресс-рассылки и пресс-релизы пока будут складироваться у августа, и потом, возможно, я уж не знаю, как пойдет, но, возможно, будет какой-то большой выпуск о новинках. А сейчас вот так вот постепенно, не торопясь, там 10-15 средств, и о каждом из них я постараюсь рассказать коротенечко. Ну, знаете вы мое коротенечко, заваривайте чай, греете борщ, готовьтесь и давайте начинать. Не буду выстраивать какую-то определенную логичную последовательность, там сначала тональные средства, потом то, потом все. Вот как возьму, так и будет. Вот первое, что взяла, оказался действительно тональный крем. Итак, это CC-крем Silky от Etude House. Я, когда вам показывала его в первый раз, я вам этот CC-крем поругала и говорила, даже не то, что ругала, но как-то он у меня был, вот знаете, ни рыба, ни мясо. А сейчас, взяв его с собой, я не прогадала, во-первых, потому что весна, его время, это во-первых. Во-вторых, потому что здесь другая вода, здесь очень мягкая вода по сравнению с московской. И вот для такой воды и для того состояния кожи, которое, в общем-то, дает и вода в том числе, вот этот CC-крем оказался безупречно подходящим, настолько, что он у меня уже, знаете, практически закончился. Здесь осталось немножко на стенках. Я даже думаю о том, чтобы разрезать этот CC-крем и выскрести все, что там осталось. Что со мной бывает просто мега крайне редко, потому что обычно у меня, знаете, умерла так умерла. Как у большинства блогеров, у меня достаточно много косметики, и, как правило, я очень радуюсь тому, что какое-то средство у меня заканчивается, потому что это возможность в первую очередь взять что-то новое, попробовать что-то еще, и немного освободить место в своем шкафу, комоде, коробке, у кого где лежит косметика, у меня в комоде. Возможность освободить немножечко места. А здесь я думаю, что я прям вот выскребу его до последней капли, потому что в итоге мне очень нравится то, что я видела на своей коже с ним. Как любой CC-крем, у него, когда его выдавливаешь, это белая масса, в которой маленькие-маленькие цветные гранулы. По мере нанесения эти гранулы, наверное, лопаются, и пигмент перемешивается с увлажняющим средством. Ложится на кожу хорошо, ровно, тонким слоем. Каких-то серьезных проблем не скроет, но у меня их и нет. Получается эффект такой хороший, ухоженной кожи, плюс ко всему прочему здесь SPF 30, и я нахожусь в данный момент, и думаю, что это даже видно, в достаточно солнечном регионе, и это большой плюс ему в плане использования. Далее, средства для бровей. Вот этот набор, это Isadora Perfect Brow Kit Duo Compact Powder в оттенке номер 16, наверное. Пролежал у меня достаточно долго. Мне его подарили представители бренда, наверное, год, полтора года назад. Я его как-то так вот отложила в долгий ящик и думаю, да, пусть что-то не то. Как-то я небольшой поклонник именно пудровых продуктов для бровей. Я все-таки больше на стороне кремовых, типа по консистенции карандашей или каких-то паст, вот чего-то тому подобного, помад, когда называют. А именно вот такие вот средства пудровые я мало использовала за последнее время, но в итоге у меня сейчас это мой фаворит. Здесь небольшое зеркало, я его прикрываю, потому что у меня дьявольская, естественно, я не брала с собой штатив, у меня совершенно дьявольская конструкция сейчас, на которую установлен фотоаппарат. Вам это видеть точно не надо. Короче, здесь темный оттенок, более светлый оттенок. Кроме того, здесь есть кисточка, но еще пинцет и ёршик для причесывания. Забыла, как это называется.
Что касается цветов, светлый для меня, конечно, слишком светлый, это вариант больше для моей мамы, и жалко, что это одна большая секция, в противном случае я бы выковырила, просто оставила ей, ей бы пригодился, это как раз ее оттенок. А более темный, он темно-коричневый скорее, и вот пока у меня волосы были крашены в черно-синий цвет, он мне был, конечно, слишком теплый. Сейчас он, наверное, тоже немножко тепловат, но я последние два раза красила волосы не черно-синей краской, а темно-каштановой. Это незаметно вот так, хотя, поди знай, может быть и заметно. Но на самом деле цвет волос чуть-чуть мягче, я как-то решила уйти от ультра-черного, не потому что мне надоело, просто хочется чуть более мягкий оттенок. Чуть-чуть. Но снятие цвета я решила не делать, это убьет волосы, они наконец-то только-только пришли в божеское состояние. А я просто крашусь чуть-чуть более мягкий оттенок, постепенно оно сравняется. Если, конечно, мне не надоест, то я не перекрашу еще в какой-то. В общем, вот для сегодняшнего цвета волос это смотрится органично. Для цвета волос, который у меня был раньше, нет. Но у меня есть еще одна хитрость, которая помогает, в общем-то, цвет сравнять. Я, как уже рассказывала вам в одном из предыдущих роликов, я сейчас практически отказалась от прозрачных гелей для бровей, не пользуюсь ими, но я никогда и не была фанатом. А что касается цветных, чаще всего вместо обычного коричневого, темно-коричневого и так далее геля для бровей, я использую обычную тушь для ресниц. А подсохшую уже, естественно, свежая тушь, она будет оставлять комья, наращивать вам брови, что совершенно не нужно, ну, по крайней мере, в моем случае. У меня это миниатюра туши Urban Decay, перверсион, наверное, Bigger, Blacker, Better. Было открытие бутика Urban Decay, и я пришла туда в фиолетовом свитере. А вот фирменный цвет Urban Decay фиолетовый, они всегда на своих мероприятиях всем посетителям, кто в фиолетовом цвете, дарят вот миниатюру вот этой туши в подарок. И, по-моему, я на все мероприятие была одна в фиолетовом, поэтому мне, по-моему, сгрузили просто все пробники, которые там были. Я их унесла с собой, наверное, штук 15. Много раздала подружкам, а много оставила себе, потому что удобно. Потому что маленькая штучка, ее кинуть в косметичку. Если остаешься где-то, если нужно поправить макияж в течение дня. Как тушь она была хороша, но мне не очень удобно ею красить ресницы, потому что она маленькая. А вот что касается прочесать брови, просто замечательный вариант. Я взяла с собой еще одну, я думаю, что двух вот таких вот штучек мне точно хватит на все 3 месяца, что я находиться буду здесь. Вот что касается бровей. Ну, я еще что-то с собой взяла, но вам просто показываю то, что я выгребла на сегодняшний день. А тени для растушевки складки века, тени, которые я вам показывала много раз, которые я очень люблю и которые я вам всячески рекомендую, если вы их найдете, потому что каждый раз, когда я подхожу к корнеру Bobbi Brown, я их не могу там найти, и каждый раз там нет консультанта, у которого я могла бы спросить, есть ли еще эти тени в продаже. Это оттенок номер 59, который называется Flint. Я считаю эти тени своим самым удачным инвестированием в тени за все время, что я вообще, в принципе, ну, веду канал точно, мне кажется, и вообще за всю жизнь. Потому что это офигенный цвет для того, чтобы растушевать более темные оттенки теней и вывести мягко его из складки. Это идеальный цвет для нанесения непосредственно в саму складку верхнего века. Это прекрасный цвет, если у вас более светлые, чем у меня, волосы, для заполнения бровей. Он великолепно туда ложится и очень хорошо там смотрится. В принципе, сами по себе тени очень экономично расходуются. Я прошу обратить внимание, вот эта ямка появилась в этих тенях за 4, а то и как бы не 5 лет использования. Они у меня где-то, наверное, с конца 2012 года, сейчас середина, уже, ну, первая половина, но уже ближе к середине 2017 года. Они очень экономичные, эти тени. Я очень их люблю, я вам очень их рекомендую. И, как я уже сказала, даже для бровей, если у вас не такие черные волосы, как у меня, они вам неплохо подойдут. Вот с тенями Maybelline Color Tattoo 40 оттенок, они замечательно смотрятся для бровей в паре, просто идеально. Консилер. Консилер я взяла по принципу то, что надо добивать. Это Airtone консилер от Faberlic в оттенке 60-34. Я не уверена, что этот консилер еще есть в продаже, потому что я, по-моему, не видела его в последних каталогах, надо будет посмотреть.
Если есть, я оставлю прямо на него внизу ссылку. Обратите свое внимание, потому что недорогой, хороший консилер, который перекрывает не за счет плотности средства, хотя оно достаточно плотное, а в первую очередь за счет своего пигмента. Он желтоватый, но не супер желтый. А если у вас синяки такие же, как у меня под глазами, то есть сине-фиолетовые, то по цветовому кругу синий и фиолетовый перекрывается как раз-таки желтым цветом. Там стоит обратить на него внимание, причем он недорогой, он хорошо ложится, он сильно не закатывается в складки, а он не выбеливает вот эти зоны, что немаловажно, чтобы не смотреться как панда наоборот, да. А он именно хорошо закрывает за счет своего оттенка, получается нейтральный цвет, но, конечно, 100% перекрытия он нисколько не даст, если у вас серьезные синяки, если серьезные проблемы, и вам нужен просто безупречный оттенок, это не к нему. Если это какой-то вариант повседневного перекрытия синяков, да, обратите свое внимание на него. А помада Sephora в оттенке 05 Fuchsia Concentrate. А это вот такая вот колбочка. Если вы помните, у китайцев есть помады в точно таком же дизайне. Но Sephora, это, конечно, совершенно Sephora другая история. А я покупала эту помаду очень давно, когда только начала увлекаться именно фиолетовыми оттенками помад. Я сделаю сейчас вам свотч, и вы поймете, за что я ее схватила, эту помаду. Вот такой вот цвет. Цвет безумно красивый. Что касается качества самой помады, оно камси-камса, потому что это, хоть и называется жидкой помадой, но по текстуре это скорее блеск, который оставляет эффект тинта на ваших губах после того, как съедается. Но вот момент, как он съедается, это как раз таки есть основное зло, потому что он уходит так, как будто вы сначала целовались в кровь, а потом умерли. И вот полежали несколько дней, и вот это на ваших губах. Научиться носить эту помаду аккуратно мне стоило нескольких, пару лет, наверное. Вот ей там уже совсем на донышке, я вот взяла ее тоже добить, по большому счету. Вот где-то пару лет я училась носить эту помаду правильно, наконец-то научилась, и, наверное, даже приобрету еще какой-нибудь оттенок, а может быть, даже этот повторю. Но, как я уже сказала, если вы не такой большой эксперт в ношении лаковых помад, а по сути это лаковая помада и есть, так плотный блеск лаковая помада, то 100 раз подумайте, но цвет очень красивый. Тональный крем Face and Body Make Up Forever в оттенке... А, хер его знает, в каком оттенке. Понятия не имею, здесь не написано. Это миниатюра, которая регулярно попадается в аллюрбоксах. Я взяла несколько таких, 2 или 3. А малыша тоже просто, чтобы их использовать, потому что сколько они у меня будут лежать. У них с сроками годности все хорошо, до 18 года. Но все равно, нечего, как выражается одна моя знакомая, дрочить судьбу. Надо добивать. А что можно про него сказать? У него странная текстура. Он вот когда нажимаешь на помпу, он выдавливается оттуда. Он выдавливается как что-то студенистая жидкость, не до конца застывший холодец, не до конца застывшее желе, что-то вот тому подобное. А при нанесении оказывается водным, наносится на кожу тонким слоем, а также легко наносится на тело, по крайней мере, я его наносила и на шею, и на зону декольте. Эксперимента ради, наносится легко, и все, кто имел дело когда-то с макияжем тела, знают прекрасно, какой это головняк, это очень возни много просто. Вот, распределяется легко, не могу сказать, что экономичный, потому что этих 5 мл здесь осталось уже, он просто разболтан, а здесь осталось меньше половины, наверное, после того, как я накрасилась 4 раза. То есть, считайте, меньше миллилитра, но больше, чем 0,5 мл уходит с одного раза. Это большой расход. А что еще можно добавить про него? То же самое, несовершенство серьезное он не скроет. Для этих целей я взяла с собой пару других банок. Покажу их в другой раз. В остальном неплохо, если вам нужно легкое дневное покрытие. Если вы слышите звуки, это морская свинка. Легкое дневное покрытие на каждый день, да. В остальном, наверное, если нужно что-то более серьезное, то нет.
пудра. Взяла с собой всего две пудры, одну рассыпчатую, другую компактную, больше не надо. Это пудра от Jane Eridale. Jane Eridale — это американская марка, позиционирующая себя как проф. Хотя я назвала бы ее таким хорошим, уверенным люксом ценовой категории в районе B3, чуть-чуть дешевле. И по своей сути очень на B3 похожую. Единственное, что проседает у Jane Eridale в сравнении с B3, это упаковки. Упаковки B3, мне лично держать в руках приятнее, они тяжелее, они увесистее. Во всем остальном, по содержанию внутри, они очень похожи. Jane Eridale немножко дешевле, что, собственно, как раз-таки компенсирует стоимость. Упаковки, хороший люкс. Я бы сказала, что для, наверное, взрослых леди, потому что для профа в этой марке не хватает цветом. В этой марке не хватает разнообразия оттенков, разнообразия палитры. То есть чего-то такого, что можно найти в MAC или в NYX, или в Makeup Atelier, или что у нас там еще есть профессиональное, здесь вы не найдете. Здесь хорошие, базовые, повседневные цвета. Самый лучший хайлайтер, это как раз-таки хайлайтер от Jane Eridale, но я не взяла эту палетку. Кстати, жаль, что я этого не сделала. Пигментация теней просто за гранью и охренительнейший хайлайтер. Вот, насчет этой пудры. Рекомендую, правда, очень рекомендую, потому что она прекрасно выступает в роли усаживающей пудры. Она же прекрасно выступает в роли финишной пудры. Как делаю я? Я наношу сначала там тональный крем, потом консилер под глаза, потом прохожусь пудрой. Пушистой кистью кабуки прохожусь пудрой, потом смахиваю излишки этой пудры, потом ношу скульптор, румяна, хайлайтер, ну и так далее. После чего, вот кистью уже не окуная второй раз в пудреницу, я просто прохожусь еще раз, смешивая остатки, оттенки на лице с остатками пудры получается. Получаются равномерные цвета с мягкими переходами. Она прекрасно матирует. Не на там 5 с плюсом, нет. Ну, я, с другой стороны, не знаю ни одной пудры, которую мой нос бы заматировала на 5 с плюсом. Но, тем не менее, матирует неплохо, держится неплохо. А кроме того, если у вас нет проблем на коже, и вам не нужно скрывать какие-то несовершенства, и вы не являетесь адептом там суперровного тона, то просто увлажняющий крем и вот эта вот пудра поверх, возможно, в 2 слоя, даст прекрасное покрытие, если вам нужно просто создать какой-то некий защитный барьер между вашей кожей и окружающим миром. Достаточно она экономичная, здесь 10 граммов, при этом обратите внимание, какая маленькая баночка. Обычно 10-граммовые пудры выглядят гораздо объемнее. Здесь очень экономично, соответственно, именно это оказалось решающим выбором, когда я эту пудру, когда я решала, какую именно пудру рассыпчатую я буду брать с собой. Здесь традиционная достаточно схема. Я ее вытряхиваю в крышечку и из крышечки уже набираю или набираю прямо из банки. Очень-очень-очень мелкая по текстуре своей и очень мягкая по текстуре своей пудра. Еще одна помада. Glam Art Rouge от Миша. Забыла совсем. Всем забыла. А серия Signature — замечательные помады. Мне они безумно нравятся. Они очень яркие. Очень красиво выглядят эти помады. Я держу в руках, вам не показала. Забыла о том, что я не влезаю здесь в кадр настолько хорошо. Вот так вот она выглядит, эта помада. То есть достаточно дорогая упаковка по внешнему виду. Хотя, естественно, это просто пластик. Но, с другой стороны, у нас и люкс сейчас в основном в пластике весь. В принципе, она дешевле, чем люкс, а выглядит, ну, достаточно похоже в том направлении. Приятная сама помада. Здесь вот такой вот яркий оттенок. По номеру оттенка 901. 901. Я вам покажу ее вот здесь, тоже на том же самом пальце. Они похожи, в принципе, с той помадой от Sephora, разве что отличаются текстурой. Она не растекается, она хорошо держится, она хорошо носится, она не стойкая, это обычная кремовая помада без какого-либо пролонгированного действия. Я ее очень люблю именно за ее оттенок, для меня это такой очень ходовой, не повседневный, но тем не менее достаточно частый вариант. Еще одна помада, я вам ее когда-то показывала, но, к сожалению, я уже не знаю, что на ней все стерлось. Это американская фирма. Здесь
носик, из которого помада и выдавливается. Я опять покажу на том же самом месте, потому что, в принципе, все три оттенка очень похожи, и они не будут спорить. Она, вот эта помада, она уже более летняя, я ее взяла сюда на тепло, потому что здесь уже сейчас плюс 15 градусов, будет жарче. И это практически летний, яркий, сочный, насыщенный, красивый неон. Она плотнее, она усаживается в практически не в матовый, но в около матовый финиш. Она из недостатков, ее не очень удобно наносить из тюбика, ее нужно набирать кистью, это во-первых. А во-вторых, она может немножечко усаживаться в белую полоску по границе губы, но это вот два недостатка. Если по дизайну, здесь написано Mary Widow, если вы что-то такое опознали, пожалуйста, напишите мне внизу. Если вы знаете, это Штаты, как это заказать, тоже напишите мне, пожалуйста, внизу, я буду очень признательна, потому что уже информации у меня об этой помаде нет. Румяна Бью Fresh Cheek Free Colored Blushes. Я их оставлю маменьки, потому что это больше ее цвета, чем мои. Здесь что у нас? Здесь румяна, который я лично считаю просто безупречным оттенком румян для любого живого человека. Потому что он такой, как бы и розовый, и в то же время персиковый, и в то же время какой-то припыленный. И, по-моему, это вот для на моей личной коже это просто оттенок вот... Щечек с румяна, сморозца немножко, такой вот прям естественно румяный. Но у меня таких цветов много. У меня такой оттенок есть в палитре Sadora, у меня такой оттенок есть от Essence, у меня такой оттенок есть от Urban Decay, вот в этой вот тройной большой палитре. Поэтому мне просто настолько одинаковых много не надо. А если набирать их все вместе, потому что, конечно, как... бронзер, вот это вот слишком рыжее, поэтому лучше набираю все эти три цвета одновременно. Я сегодня нанесла их на лицо, чтобы вам продемонстрировать, но в целом это вот больше оттенок румян для моей мамы, которая потеплее по оттенку, чем я, поэтому эти румяна остаются ей, я на них не буду претендовать. Далее, тени от Lormar. Я вам эти тени показываю уже 3 года подряд, и, наверное, буду показывать еще не 2 года подряд, и буду показывать еще так же долго, потому что это одна из моих любимых палеток. Я очень рада, что когда у меня выскочило предложение посотрудничать в Lormar, я эти тени кинула, на самом деле, довеском в картинку. Все, что я брала у бренда, я уже раздала, а вот эти тени у меня остались, и я их очень люблю, и мама так на них посматривает, и говорит, я тебе найду похожие. Аналогичная, тебе цвет нравится, а мне нравится именно текстура у этих теней. Потому что здесь 2 матовых оттенка, 2... Знаете, я бы не сказала, что это сатиновый, я бы не сказала, что это шиммерный, назовем это мерцающий. Не люблю это слово, но вот здесь оно, наверное, подходит. Вот эти 2 матовых, вот эти 2 немножечко с каким-то люрексом, так сказать. Кстати, да, вот слово с люрексом, оно подходит к описанию этого, вот этого. У них великолепнейшая пигментация, они очень ярко наносятся на глаза. Можно набирать совсем чуть-чуть и наслаивать постепенно цвет, можно сразу взять много и растушевывать. Причем растушуются они неплохо, особенно если века предварительно пропудрить. Я могу сделать с ними полный макияж, включая, пардон, контуринг, потому что, в принципе, вот этот вот цвет, если нанести его супер экономично, прям вот едва-едва заметным вуалевым слоем, в общем-то, я могу дотушевать до того, что получится аккуратная тень. Причем на эту мысль меня навела моя подруга, которая изначально приняла эту палитру у меня за палитру для контуринга и упорно рисовала ею скулы, потом сообщила об этом мне, и я уже... приняла это к сведению, попробовала, правда. Не могу сказать, что это легко, потому что все-таки цвет очень насыщенный, яркий, но это можно сделать с нее. Моя любимая помада Sephora, это вообще моя самая любимая помада в мире. Это Sephora в оттенке 03, их матовая помада. Оттенок что-то называется Raspberry, что-то там. Благодаря моей подписчице Насте у меня есть теперь эта помада. Я безумно этому рада. Там еще есть один цвет, но я его не взяла с собой. Он слишком такой зимний, готичный, фиолетовый. А это вот идеальный, горячий, ярко-розовый, идеально такой
повседневный для меня цвет, безумно ее люблю. Очень рекомендую, если у вас есть возможность приобрести матовые помады Sephora. К сожалению, в России они не представлены. Блеск для губ от Иллюзор. Я вам вот 300 лет тому назад показывала и покажу еще раз. Я его кинула с собой, ну, по-хорошему выкинуть бы уже, да, что он старый. Но он, у него ни запах не меняется, ничего. Я редко пользуюсь блесками, у меня всего-то блесков 10, наверное, есть. 15, может быть. Как бы, чтобы вы понимали, у меня больше 200 помад, да? Вот из них блесков там штучек 10. Он практически прозрачный. Здесь достаточно крупный шиммер. Вот если смотреть на него в тюбике, но при этом, когда вы наносите его на губы, он выглядит таким вот поблескивающим, но при этом какие-то блестящие частички не видны. Это какая-то европейская марка, я не знаю даже чья. В общем-то, классический аппликатор совершенно. Кинула с собой. Почему? Потому что я иногда все-таки бывает, когда мне не хочется наносить помаду, мне хочется чего-то полегче. Я наношу блеск. Но, это редко бывает, но бывает. Но конкретно вот этот блеск, он очень легкий, он не плотный. Поэтому, понятное дело, что он совершенно не стойкий, но с другой стороны, на него точно ничего не налипнет. Регион, как я уже сказала, в котором я нахожусь, он очень ветреный. И вот так, и вот так, и Баба-Яга, и как только не бывает. Поэтому вот такого плана нелипкие блески здесь могут быть востребованы. Я, собственно, взяла их всего именно блеска. 3, по-моему. И то мне 2 я уже сунула с собой, мне в последний день их практически подарили, я уже кинула, думаю, тоже покажу. А второй блеск, это блеск от Catrice в оттенке под номером 60 Mary Berry, ягодный цвет. А он чуть-чуть поплотнее по своей текстуре, но не настолько, это тоже все-таки блеск. Не липнет, можно нанести тонким слоем, дает приятный оттенок губам. Можно нанести его на карандаш, получится такая лаковая помада. У меня есть подходящего оттенка карандаш. Покажу в каком-нибудь из других выпусков с помадой, которая идет ему идеальной парой. Вот второй блеск, который я взяла с собой. Помада от NYX в оттенке Turn Up. Нет, серия Turn Up, оттенок под номером S-Tools 17, наверное. Наверное, это оттенок как раз-таки. Да. Playdate. Вы сами писали мне о том, что я один из немногих людей на YouTube, кому идут вот такие вот безумные сиреневые оттенки. В плане помад у нас, наверное, вернулись 80-е, начало 90-х. Именно тогда были в моде такие помады. Ко второй половине 90-х мы ушли в сторону бежево-коричневых, немножечко уклоняющихся к нюду. А вот такой вот сумасшедший совершенно цвет. Мне такие цвета правда подходят, я их с удовольствием ношу. И в каком-нибудь из роликов обязательно покажусь вам с этой помадой. Что касается качества, NYX, у NYX помады Нина 10 с плюсом, да. Но тем не менее, в основном большая часть из них на хорошую твердую 4 с плюсом, 5 с минусом. Я довольна. У меня есть практически вся линейка этих помад. Но с собой я взяла только вот этот сумасшедший сиреневый. MAC Harmony. Мне кажется, никакие дополнительные комментарии не нужны. Самый известный скульптор на YouTube, самый известный скульптор стараниями Лены Крыгиной. Я его использую достаточно давно. Я не считаю, как я уже говорила, что он идеален вообще и подходит вообще всем. Но под мой цветотип, да, он подходит. Я его с удовольствием использую. И уже здесь так, как можно видеть, достаточно глубоко покопано. Я надеюсь, что когда-нибудь случится этот момент, что он у меня закончится. Хайлайтер. Я не так давно вообще, в принципе, начала пользоваться хайлайтерами. Я вам рассказывала об этом. Это все состоялось вот недавно. И началось все с хайлайтера Mary Lou от The Balm. Его-то я... Хотя нет, я взяла с собой... 4 хайлайтера я взяла с собой. Но сейчас покажу его, чтобы была повестка дня и для других роликов. Mary Lou. Mary Lou это тоже самый, наверное, известный хайлайтер на YouTube. У него свет, свечение, которое будет видно из открытого космоса, просто с Марса. Все заметят, что на вас есть хайлайтер. Но я как-то приноровилась наносить его так, что, в принципе, он не прям назойливо сияет. Хотя сейчас на видео, мне кажется, я чуть-чуть переборщила. Ну да ладно.
С ним нужно быть аккуратным, потому что он достаточно хрупкий и может разбиться. Во всем остальном замечательный цвет шампанского, достаточно универсальный, достаточно подходящий. Наверное, ну не всем, но практически всем. Мне кажется, надо быть просто супер белоснежкой с супер холодным подтоном, чтобы вам он совсем не подошел. Если у вас подтон нейтральный, как у меня, ну то есть серый, или если у вас подтон желтый, он вам точно подойдет. Если у вас явно розовый подтон, вот тут можно поосторожничать, но у них есть крутые наборы, в котором не только Мэри Лу, но есть еще Синди Лу и вот третий. То есть они все три сразу, и там уже можно экспериментировать с оттенками. Тени, которые у меня сейчас находятся на верхнем веке, ну, на подвижной части верхнего века, это тени от NYX Full Trotil. Я была из тех, кто тени NYX в основном ругал. Потому что большая часть теней, которые я у них пробовала, они были так себе пигментированные, они были так себе насыщенные, они достаточно быстро скатывались, они не очень хорошо держались на базе. Потом они начали как-то постепенно исправляться, и вот, наконец-то, у них вышли офигенно классные тени. А вот эти вот четверки, единственное, что мне не нравится, это как раз-таки то, что они четверки. С одной стороны, классная стильная упаковка с вот этими шипами и все так в стиле бренда, но с другой стороны, не очень удобно хранить. Они одна на другую в пазы не ложатся все-таки. Получается, не очень удобно в плане хранения. В плане самих оттенков теней, девочки, мальчики, это пятерочка, прям вот замечательно. Я просто вам вот сделаю вот так. Я едва-едва прикоснулась пальцем. А он уже неплохо переносится. Хотя я еще раз говорю, я вот просто только-только тронула. Вот этот вот коричневый, то же самое. Я едва трогаю оттенок. Вот этот вот красно-терракотовый, который у меня сейчас на глазах. Цвет шампанского для верхнего века. Под бровь, для уголка. Отличные тени, очень легко с ними работать, очень хорошо наносятся. Я эти тени оставлю маме, потому что это прям ее цвета. Для меня они чуть-чуть тепловаты все-таки, как показывают эксперименты. Но пока я здесь, с удовольствием тоже самами буду пользоваться. Потом оставлю маманьке, это прям ее, у нее зеленые глаза и, для зелен... и рыжие волосы. И для такого цветотипа вот это вот будет просто замечательно. У нее такой... Очень теплый типаж, в отличие от меня. Еще одни тени, которые тоже перейдут к маме в наследство, это тени от Make Up Revolution. А Make Up Revolution сейчас активно пиарится, активно рассылается, активно работают они с блогерами, не с блогерами. В общем, это палетка теней, которая называется Iconic Pro. Salvation Palette. Я сейчас закрою эфир, чтобы не раздражало. Вот так вот выглядит эта палетка. И я считаю, что это универсальная палетка, в которой есть все для того, чтобы делать хороший повседневный макияж. Что касается пигментации этих теней, она на, наверное, 3 с плюсом. То есть нет такого прям сумасшедшей передачи цвета. Что интересно, матовые тени несколько ярче, чем сатиновые. Но все равно какой-то безумной яркости вы от них не добьетесь. Но для того, чтобы делать повседневный макияж, когда вам не нужно набирать прям безумно яркие оттенки теней, когда вам не нужно делать какие-то сложные тушевки и переходы, вам хочется просто взять один максимум два цвета, нанести на подвижное веко, подчеркнуть складку и бежать немножечко уголок глаза с нижней стороны. Вот это вот просто замечательный вариант, и я знаю, что у меня мама, она как раз таки любит такие тени, которые мягкие, шелковистые, легко набираются на кисть, легко набираются на палец, потому что иногда она пальцем красится, я это знаю, с которыми не нужно много работать и долго их растушевывать. Вот такие вот универсальные тени для хорошего ежедневного мейка, с которыми вы не будете бояться переборщить. Вот это оно. Если вы все-таки сторонник теней, которыми надо серьезно прорабатывать, которые нужно растушевывать, которые дают вам какие-то там яркие переходы и так далее, нет, вот это не к ним, это не про то. Это такая марка, которая сделает тени, которые
хороши именно для повседневного макияжа, для людей, которые не увлекаются макияжем настолько, чтобы быстро сделать сложный макияж. Вот, наверное, как-то так. У меня таких палеток просто вагон и маленькая тележка. Поэтому я думаю, что маман моей это будет еще один отличный вариант. Но это не одна и далеко не две палетки теней, которые я... В принципе, большую часть того, что я привезла, я планирую оставить ей потом. Ну, за исключением того, что вот именно добиваю. Поэтому покажу вам еще несколько палитр потом дальше. И выходим постепенно на финишную прямую. Парочка средств от Эвелин. Это скраб для губ и масло для губ. Я скрабами для губ, знаете, практически не пользовалась. То есть в моей системе координат все делается проще. Ты берешь зубную щетку, трешь ее губы, если уж совсем большие проблемы, сахар с медом смешал, потер, вытер салфеткой, нанес бальзам. Мне подарили несколько средств от Эвелин. Скраб для губ и масло, как я уже сказала. Скраб для губ – это такой стик в виде помады, который вы наносите немножечко либо губа об губу, либо пальчиком, либо как-то еще потрете, удаляете салфеткой и наносите вот это масло. Масло-масло-блеск. Скорее, что можно сказать о нем? О нем можно сказать, что это скорее масло, но по консистенции как блеск. То есть такого прям явно блестящего эффекта на губах не будет, как от блеска, когда с прозрачным блеском, да, он прозрачный, несмотря на то, что он кажется в упаковке розовым, на самом деле у него такой едва-едва-едва заметный розоватый оттенок. Это скорее прозрачное средство. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, что все-таки по текстуре это скорее больше масла, то есть какого-то такого вот эффекта воды на губах у вас с ним не будет. Неплохо восстанавливает, не могу сказать, что прям даст как-то вау-эффект, но как формат именно повседневного ухода, да. Вечером я его не наношу, вечером я наношу именно более питательный бальзам для губ, который именно лечит губы после помад, после всего, но именно для того, чтобы нанести вот после скраба немного подпитать губки перед нанесением помады. Да. А туши для ресниц. Туши для ресниц я с собой набрала много разных. Опять же, что-то использую, что-то, что даже не открывала, оставлю маман. Покажу две туши, и, наверное, тему туши мы закроем на ближайшее время. Во-первых, это тушь от Эвелин, которая называется Extension Volume Professional Makeup, эффект накладных ресниц 4D, экстремальная длина и изгиб. 10 раз умножить на 10. Ну, конечно, умножать на 10 не надо, это красивые слова. В остальном тушь замечательная. Потому что у нее прекрасная кисточка. Это силиконовая с плотной достаточно щетинкой, которая прям каждую ресничку подхватывает, прекрасно их прочесывает. Это тушь для тех, у кого свои ресницы неплохие. У меня ресницы неплохие, то есть они достаточно короткие, но при этом они густые, они растут так, как надо, все в одном направлении. Ну, то есть не в одном направлении, а вот они смотрят так, как они должны смотреть на любой картинке с правильно растущими ресницами. Нет такого, что у меня ресницы там вот как забор или вьются или что-то тому подобное. Идеально прочесывает, дает неплохой прикорневой объем, неплохую длину, но драматичного эффекта с этой тушью не добиться. То есть это хороший повседневный вариант туши для ресниц. А вот эта тушь, это Volume Million Lashes Fatal от L'Oréal. Я знаю, что поклонников, что у классической, что у вот этой, достаточно много, также много хейтеров. У нее странноватая щетка с очень короткими вот этими волосками. Но при этом там достаточно много остается туши, и когда вы прокрашиваете, она прям налипает на ресницы, давая драматичный эффект. Это, насколько я поняла, пересмотр формулы классической туши One Million Lashes просто без фаталь. Мне нравится, но мне почти все нравится. Да? С момента, когда я поняла, что я не начешу себе ресниц, я как-то так подуспокоилась, и меня стали устраивать почти все туши. Поэтому я очень спокойно, например, отношусь к люксовым тушам. Я считаю, что это вот реально потраченные впустую деньги. Вот 200 рублей, там тушь Шанель 2000, а эффект у них один и тот же.
помада. Финальный аккорд, помада, которая у меня на губах. Это помада от Vicon Cosmetics в оттенке номер 70, которая называется Марсала. И вот для меня это... Я, кстати, когда в прошлый раз рассказывала эту помаду, сказала, что нет, это не Марсала. Нет, это как раз Марсала, потому что Марсала — это изначально цвет индийской специи, а не то, что потом про него придумали. И вот это цвет индийской специи, да. Это помада... матовая для тех, кто традиционные матовые помады сушащие носить не может. То есть это кремовая помада с матовым финишем. Вот. Вот так. Она неплохо держится на губах. Вот, чтобы вы понимали, я снимаю это видео второй раз, потому что в первый раз у меня что-то пошло не так с фокусом. И я много говорила, я в перерыве ходила, когда я обнаружила, что, собственно, то, что я сняла, оно не сфокусировано. Я пошла попить кофе, покурить, позлиться. Я говорила перед этим, я еще перед тем, как начать снимать видео, ходила пить кофе, и, по-моему, у меня помада, в принципе, смотрится все еще неплохо. Вчера я тоже с ней была, и я ее стерла через 7 часов, а к этому времени уже почти ничего не было, она очень аккуратно уходит с губ, она губы не сушит, она их не портит, и после этого не нужно там лить себе на губы тонны бальзама для губ или втирать, вернее, лить масло или втирать бальзам для губ, все очень-очень-очень хорошо выглядит. Губы живые, здоровые. Vicon бренд мне нравится. Мне нравится то, что это просто нейтральный черный футляр без чего-либо, просто с названием бренда. Хорошие помады, я думаю, я присмотрюсь еще к другим оттенкам этих помад. И то, что вы будете спрашивать, лак для ногтей, который у меня сейчас на ногтях, это лак от Essie. Это их юбилейный тысячный оттенок. Он как-то назывался, так знаете... То ли бунтарка, то ли революционерка, то ли что-то там такое. Хотя здесь вот написано что-то I am to misbehave. Хрен его знает, что это такое. Это желтый, горчично-желтый с вкраплениями золотистого шиммера. Красивейший оттенок лака. Мне он очень нравится как цвет, я долго хотела именно такой цвет желтого лака, чтобы он был не лимонно-желтый и не неоново-желтый, а именно вот такой вот более дорогой, более приглушенный желтый цвет, но при этом достаточно яркий. И, к сожалению, я осталась не совсем довольна его качеством, потому что он в нем достаточно крупные частички вот этого шиммера, и за счет этого, как мне казалось, он должен достаточно быстро просыхать. Он, как, в общем-то, большая часть шиммерных лаков делает, именно таких вот крупношиммерных. Но нет, он получается по текстуре скорее желейным, и три слоя перекрывают ногтевую пластину полностью, ну, на моей, по крайней мере, длине. И получается, что я вчера смотрела кино, красила ногти, потом я там еще 40 минут досмотрела фильм, ходила, бродила, что-то делала. И когда я шла спать, наверное, через час после того, как я сделала маникюр, я все равно ощущала, что ногтевая пластина не до конца просушена. Лак не до конца просох. Я утром встала, следов подушки нет, ничего такого, но вот все равно здесь было немножко мягковато. Я нанесла еще второй слой сушки. Сушка у меня сейчас вот такая вот от Faberlic, очень хорошая. Она похожа на их сушку в черном флаконе, она похожа на сушку от Divash. Это артикул... А, хрен его знает. Я подпишу внизу номер артикула, здесь, видимо, оторвала уже бумажку. Замечательная, просто замечательная сушка, и база такая же. Нанесла второй слой сушки, и вот только после второго слоя стало более-менее нормально, то есть он полностью просох, хотя мне кажется, опять-таки, что там вот в глубинах он все еще не просушен, но вот уже сверху просто такой лак плотный получается за счет просто толщины сушки. На этом все, я, ну, как обычно, я вот вижу по видоискателю, что я наболтала на 40 минут, хотя, казалось бы, чего я тут вам рассказала. В общем, спасибо вам за внимание, будет продолжение, пока-пока.